Челябинской области появится новый уполномоченный по правам человека. Губернатор Алексей Текслер на эту должность предложил члена Общественной палаты области Антона Шарпилова. С ним уже встретилась экс-уполномоченный, а ныне сенатор Маргарита Павлова. Обсудили какие-то установочные вопросы. Я готова ему помогать. Мне понравился кандидат, потому что есть какой-то внутренний, чувствуется, стержень в человеке. Безусловно, для Алексея Леонидовича было важным это безупречная репутация, потому что это самый главный критерий, наверное. Сам Текслер кандидата характеризует как нацеленного на результат, желающего помогать людям и защищать их интересы. И именно в таких молодых и активных область сейчас нуждается. К слову, информацию о кандидатуре Алексей Текслер опубликовал на своей странице ВКонтакте.